Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня вместе с вами мы в магазине «Фикс Прайс», город Коммунар, Ленинградская область, улица Фабричная, дом 9. По хорошей цене, 133 рубля, новое средство от ГРАС. Упаковка с распылителем. Это антипятна. Подходит для всех видов тканей и бережно очищает ткань, не повреждая ее структуру. Объем 600 мл. Очень много у ГРАС теперь различная такая линейка. Здесь вот смотрите, по двойному ценнику у ГРАС 199-180 средства антиналет, тоже с распылителем упаковка. Восстанавливает блеск, чистоту и написано, даже подходит для акриловых, потому что поверхность повреждать не будет. От производителя ГРАС продается средство чистить унитаз. И здесь вот две упаковки белые с разными ароматами. Цитрус и какой-то морской, видимо. И оранжевая упаковка по 149-127. Тут она какая-то другая. Сила хлора с хлоркой. Смотрите, какая этикеточка. Прям так написали, что если черная плесень, все будет удаляться. Вот на этой упаковке, кстати, тоже написано, что черную плесень будет удалять, дезинфицировать и создавать блеск. Вот это средство стоит 133. А я тут глазами бегаю, не появилось ли средство Home Star в белой упаковке. Только синее для унитаза. Жду белую. Кто увидит, пишите. Это средство для ванной комнаты. Мое прям любимое. На него цена такая хорошая была, 55 рублей. Вот куда пропало? Вот Home Star есть еще трубы чистить за 55. Все. От чистой линии продается бальзам. Это бальзам для волос. Цена хорошая, 149 рублей, потому что упаковка большая, 380 мл. Значит, два варианта. Для густоты волос с экстрактом крапивы, он укрепляющий. И вот этот легкий, написано, без силикона, 5 трав, витамины 5 в одном. Для всех типов волос, и тот, и другой. Вот этот шампунь, такая упаковка необычной формы, стоит 99 рублей за объем 400 мл. Ментол написано, а здесь цитрусовый какой-то. Вот этот укрепляет и питает, и продлевает чистоту, а этот против выпадения и создает объем 400 мл. Кто это у нас изготавливает? Смотрите состав, вам покажу. Так, а кто это? Это Казань. Казань тоже часто поставляет. В детском отделе интересная новинка российского производства. Это компания Лори, песок для лепки, домашняя песочница. Вот такая коробочка, 950 граммов, стоит 174,50. По-моему, тут все ароматизировано. Есть дыня, банан и баблгам. Вот здесь вот галочка стоит, что это банан. Песок для лепки. Так, что тут? Ну, вот он такой. Так, вот кому интересно, почитайте, что тут может быть состав указан. Есть еще зеленый цвет, оранжевый, голубенький и вот такой сиреневый либо фиолетовый. По двойному ценнику мелочки покупайте еще. Вовсю можно гулять, рисовать, отдыхать. 133,94 по карте, 16 штук. Это вот такой замечательный наборчик. Асфальт найти. Либо 24 штуки. Вот такой большой контейнер. Все это в коробке. Здесь пленка. Снимите пленку, там тоже ручка будет. Как сумка нести, да, как органайзер. 133,87. Очень хорошая скидка. Ну, потому что уже сезон, да, сезонный товар. В коробке для детей от 3 лет появилась игрушка электронный поп-ит, написано. Вот такая коробочка. Вообще они тут разного цвета. Открутите винт, вставьте батарейки. 4 режима работы, более 89 уровней, более 400 заданий. Как в это играть, я точно не знаю, но, может быть, кто знает, это вообще интересно. Уважаемые зрители, если вы также впервые видите эту игрушку, я вот вам приближу, чтобы вы ознакомились с инструкцией, чтобы время в магазине вам не тратить, да, чтобы вы посмотрели игровое поле, включение-выключение, громкость тут настраивается. И вот смотрите, что тут можно делать. Различные режимы какие-то. Так, и вот про кнопки. Правила безопасности. В общем, инструкция точно есть. Но сама по себе игрушка, она вот такая. А, тут что-то такое, смотрите. Кнопки. В общем, что-то тут нужно делать. Цена такая, 399 рублей. Кто покупал? Вообще это интересно будет. Немного отвлеку вас от похода в магазин и покажу свой заказ. Это Faberlic.
В этот раз я заказала новую серию Гринли. Хозяюшки, обратите внимание, серия замечательная, отзывы очень хорошие. Это биогель очищения туалета, вот эта зеленая упаковочка, и белая — это биогель для мытья посуды. Приятные ароматы, натуральный хвойный микс — это для туалета, и травяной микс — это для посуды. Повторно заказываю в мягкой упаковке жидкое мыло с алоэ. До этого я заказывала еще и с облепихой. Мыло замечательное, я использую в диспенсере. Разбавляю водичкой, надолго-надолго прям мне этой упаковки хватает. Также повторно я заказываю шампунь для нейтрализации желтизны осветленных волос. Если у вас светлые волосы, милирование, то этот вам шампунь подойдет. Также обратите внимание, что можно в комплект купить бальзам. Бальзамчик у меня еще остался, вот шампунь мне необходим. Очень прям он хороший, действительно волосы осветляет. Я вам рекомендую какой-то. 250 мл объемчик, вот такой. Уже неоднократно показывала вам свой любимый крем. Прям вот эта серия мне очень подошла. Косметика замечательная, в красивых упаковках. Вот это крем дневной. Заказала в этот раз дневной, потому что ночной у меня еще есть. Концентрированный клеточный дневной крем. Вот эта серия мне прям очень-очень она понравилась. Кому интересен, покажу вам состав. И вот такая упаковочка объемом 50 мл. Замечательная сыворотка. Это как тональный крем, увлажняющий тень сыворотка. Написано «для лица» с алоэ. Продается в упаковке. Потрясающая вещь, и причем можно выбрать оттенки. У меня 65-71. Очень классная вещь. У меня вообще есть там фаворит среди тональных, но вот это даже превзошло мое любимое средство. Текстура очень нежная, распределяется великолепно. Кожа остается увлажненной весь день и не скатывается. Вот прям от души рекомендую. И текстура настолько нежнейшая, что можно даже вот в области уголков глаз использовать. Также мой фаворит на сайте Faberlic — это вот такая серия. Я сейчас использую, значит, вот этот крем тин, сыворотка тональный, и еще вот такая штучка. Это называется консилер, сыворотка для лица. Как раз таки, если какие-то несовершенства, там пятнышки, и мне вот идеально под глазами подходит. Вот если какие-то темненькие у вас или какие-то... В общем, эта вещь очень классная. Она вот такая, как с кисточкой. Оттенки можно выбрать, я подбираю под себя, и вот такая здесь пушистая кисточка. Здесь объем небольшой, но он хватает надолго. И среди новинок в этой линейке я увидела увлажняющий тин, тоже вот такое тональное средство. Здесь выбирается тоже по оттенкам, упаковка великолепная, красивая, она непрозрачная, то есть вам нужно на сайте выбрать оттенок. Объем здесь небольшой, 17 мл. Я обратила внимание, вот сейчас вот тестирую само средство белое. Видите, когда выдавливаешь, но при распределении здесь оттенок. Вот какой вы оттенок закажете, такой будет. То есть распределяется белым цветом, а потом сразу вот превращается в тот оттенок. У меня оттеночек светлый, я его специально взяла не темный под свою кожу. Средства будут тестировать, для меня это прям супер новинка. Ну и в этой линейке моя любимая тушь. Я практически в каждом заказе ее заказываю. Щеточка силиконовая, изогнутая, идеально прокрашивает реснички. В течение дня ничего не скатывается, не осыпается и нижнее веко не пачкает. Давно искала штучку вот такую, которая наносится под тушь. Нашла на сайте Faberlic. Это праймер. У меня как раз, у меня была сыворотка до этого белого цвета, кисточка как у туши. И это более объем создает. Сейчас я вам покажу. Как тушь, но само средство белого цвета наносится на реснички и сразу же поверх наносится тушь. Будет объем, утолщение ресниц, удлинение и дольше будет держаться тушь. Маленькая упаковочка, но товар полезный. Это карандашик для кутикулы. Ухаживать за кутикулой, наносить 1-2 раза в день. Можно в сумочке носить. Здесь, обратите внимание, колпачок снимается. Там еще вот такие дополнительные, как кисточки. Внутри масло полезное для ногтей. Вот, как плотный такой маркер. Наносится хорошо. Приятный аромат. И вот там вот дополнительные кисточки. Еще 3 штучки. Такой товар я не заказывала впервые, но для ногтей это очень-очень полезно. В качестве активной биологической добавки я заказала для себя цинк плюс витамин С. Здесь в упаковке 60 капсул. Такое средство я
ранее не заказывал, но принимала другого производителя. Цинк – это против выпадения волос. У меня немного волосы выпадают, мне это должно помочь. Витамина С здесь 500 мг, а цинка 25. В упаковочке как раз курс, потому что необходимо принимать один раз в день по 2 капсулы. Обнаружила интересный напиток, имбирный, полезный, как раз таки осенний. Имбирь, мед, лимонник и шиповник. Все это в сухом виде, и там внутри порошочек на 14 порций, 140 граммов. Здесь вот я поближе покажу, что в составе, если вам интересно, почитайте. Москва производит, срок годности 2 года, все свежайшее, август 24-го, и как приготавливать. 2 чайные ложки с горкой, 10 граммов нужно взять порошочка, тщательно размешать 150-200 мл горячей воды, температура 80-90 градусов. Но это точно всем полезно, осенний напиток. И как раз для осени вот такую полезную штучку заказала. Спрей-защита обуви от влаги, грязи и реагентов. Как раз у нас скоро сезон дождей, похолодание вот-вот. И все это пригодится. Здесь объем 250 мл. Обработать обувь, особенно когда дождь, кто замшу носит, да и просто кожу, да, на лук. И реагенты у нас точно сыпят, поэтому обувь сейчас дорогая, защищать ее обязательно нужно. Вот такой потрясающий заказ, переходите тоже на сайт Faberlic, выбирайте для себя, регистрируйтесь, тогда у вас скидочки будут, цены тоже можете посмотреть на сайте, но отзывы там просто великолепные. Мне понравился набор вешалок, такие цвета приятные, смотрите, бежевый, кофейный, светло-серый, зелененький. Их в наборе 5 штук, они антискользящие, такие прорезиненные. Выемка есть, 149 рублей такой набор, в составе ПВХ и сталь нержавеющая. Крючок здесь неповоротный, цвета такие, знаете, приятные, не ядовитые. Заглянем на полочки с продуктами. Продаются галеты «Демидовская забава». Но я такие не видела, цена 69 рублей. Упаковка 200-граммовая. Значит, синего цвета нежные сливки. Ой, они такие тонюсенькие, прям варианты сервировки. Там вот в этом пакете еще дополнительный лоток. Я вам так покажу состав, посмотрите. А изготавливают в городе Челябинск. А это другая упаковка. Они здесь темные, ночи Парижа, видите? Изделия хлебобулочное, сухое, на сахаре, галеты. В общем, это второй вариант. 69. Среди сладостей появилась Аленка, написано «Пойч». Розовая упаковка с вишневой начинкой, бежевая с вареной сгущенкой, 150 граммов. Город Тула изготавливает, вот здесь вот указано внизу. Но кому интересен состав, вот состав вам. Жир растительный, пальмовый. Тут присутствует, если кто просит, чтобы я... По-моему, он практически уже везде сейчас. Симпатичные банки. Зеленая, черная, белая. С бамбуковой крышкой. Силикончик есть. 199 рублей цена. Куча значков тут перечеркнутых. Как обычно, в посудомоечную, микроволновку нельзя. Керамика, бамбук и силикон. Вот она одинаковая, что внутри, что снаружи. Крышка такая хорошая, хорошо обработанная. 680 литров, 199. Баночка, смотрите, какая самая обычная. 220 миллилитров. Она вот с такой винтовой крышкой. Вообще самая обычная банка. Немножко крышка такая, да, необычная. Очень интересно. Ну, мало ли кому нужна такая обычная баночка. 43,50. 79 рублей бутылочка для масла. Она небольшая, всего 100 мл. Тоненькая такая, с трубочкой. Распылять. Вы знаете, когда используешь масло в такой бутылке, очень удобно вот на салаты. Расход не такой большой. Видите, так вот попшикал. А когда наливаешь, так и много можно налить. Такие подставочки мы с вами ранее смотрели, вроде как, да? Такая кругленькая, 15,5 на 11,5. Стоит она 124 рубля. Есть голубые, есть зеленые. По-моему, вот это дно должно тут выниматься. И появились вот такие, я не видела, для кухонных принадлежностей. Они здесь уже с разделителями. И цена 174,50. Зелененькие, наверное, еще были голубые, да? Кто знает, пишите.
самое необходимое будет под рукой из полипропилена. Вот, кто любит в таких штучках хранить. Есть еще вот такого плана подставки. Видите, сеточка, вот это ножи, вилочки. Полочки вот эти я один раз видела. Называется полка органайзер. Вот такая, за 149 рублей. Цена на нее отличная. У нее размер 2,4,5 на 17,5, высота 19. Ножки поднимаете, получается чудесная полочка, такая как столик. Есть цвет черный, серый точно есть. Здесь вот салфетницы такие. Дерево, металл. Цена 62 рубля. А есть, кстати, смотрите, металлический полностью. Ой, там какая-то для ножей магнитная приклеилась. Вот, смотрите, 55 рублей. Это держатель магнитный для ножей 199. Вот, можно проверить, что, видите, он магнитит вообще отлично. 199. Кто любит так ножи хранить. Ой, пусть так и будет, чтобы люди видели, да, что все хорошо магнит. Есть еще вот такие полки. Такие были весной. Это, видите, какая она. Как, не как столик, а как в перевернутом виде должна быть. Вот эти крепления все пишут, что очень хорошо держат. Я так, мне на кафель нужно. И у нее размер 39 на 18,8. Стоит она 249. Подставка под ложечку 16 на 9,5. Ой, рыбка. Это рыбка, керамика. Рыбки тут разного цвета. Белые, голубенькие, синие. Есть вот такая подставочка с надписями 99 рублей. В микроволновке нельзя, в посудомоечной нельзя. Керамика и пробка. Тоже белые, бежевые и черные. Это тоже под ложечку подставка. Подставка под горячее. Тоже вот резиновые такие. Вот такие я не видела. Подвешивать можно, цвета разные. А есть еще вот такие резные. Вот, видите, 55, 62, 49, тут цены разные. Вот еще такая есть. Тут прям три варианта и выбор по цветам прям такой большой. Маленькая пиалка. Смотрите, какие лисята красивые. Лисята, прелесть. С рюкзаком в школу пошли. Это детская серия, 250 миллилитров, стекло опаловое. Ой, а кто-то еще там есть? Зайка. Такая детская, да? Идеально. Взрослым тоже подойдет с красивым рисунком. Вот эта серия новая. Такая посуда хорошая. Вот кто любит, такая вот грубая керамика. Что тут в составе? Керамика как раз. Ой, она, по-моему, одна последняя осталась. Стоит она 149 рублей, 700 миллилитров. Зато в комплект можно купить вот такие кружки. Это эта серия. Здесь они представлены разного цвета. Так, тоже керамика, да? Где тут написано? Керамика, вот. Вторая строчка снизу. 450 миллилитров, такая синенькая еще есть. Это значит, и те были такие, салатнички тоже были разного цвета. Вот серый еще. Серый, синий и вот такой коричневый. Вот эта кружка, самая обычная, по хорошей цене, 87 рублей, 350 миллилитров из керамики. Голубенькая есть. Голубенькая, серенькая. Сегодня выложили термосы. Стоят они 279 рублей. 279 тоже новая цена, 229 и 279 рублей цена новая. Смотрите, какой вот это металл. Вверх это пластик с крышкой. Крышка откидывается. Вот это все прорезиненное. Значит, есть еще цвет черный. Так, как тут? Вот так вот. Смотрите, какой красивый золотистый термос. Вообще вещь классная. Вот если бы я покупала, я бы вот эту взяла. Вещь классная. Куда-то в дорогу взять. Прелесть просто, да? На прогулку. Для приготовления в фикс-прайсе можно купить эмалированную кастрюлю и эмалированный ковш. Значит, кастрюля с крышкой идет в комплекте, стоит на 399 рублей, объем 2,3 литра. Это вот такая. Здесь все запаковано. Рисунок такие милые, цветочки.
бирочку, да, мы с вами посмотрим. Сталь и эмаль. Производство это Китай. Вот она такая легенькая такая. Бывает тяжелая такая легенькая. Хочу посмотреть рисунки, да, может быть, еще какие-то есть. Коврики тут попадали. Вот, овощи, потому что я увидела ковш. Видите, фрукты, овощи. Вот, ковшик 1,5 литра, стоит 299 рублей. Он тоже производство Китай, и он без крышки, как я поняла. Просто ковш, кастрюля идет в комплекте с крышкой. Носочки, следочки, пока в таких жарко, но впереди у нас прохладная осень и зима. Такие следочки я покупала с мордочками 2 года назад. И одними и теми же следочками пользовалась зимой. 2 зимы. С ними вообще ничего не случается. Они очень теплые. Вот несмотря на то, что здесь 86 полиамида, 13 полиэстер, 1 эластан. Они очень теплые. Они с ног не спадают. Здесь вот просто увидела новые расцветки. Вот, смотрите, с мордочками. Таких тоже не было. Вообще их тут мало. 99 рублей. По-моему, я дешевле покупала, но все дорожает. Носочки 79 рублей. Зувы тепленькие, но в то же время укороченные. Ботинок не видно. Значит, в составе шерсть 7%. 30 акрила, 62 полиэстера и спандекс один. Однотонные. Черные, серые, бордовые, розовые, светло-серые, темно-серые. И там сиреневые даже есть. Ой, смотрите, какой органайзер. 3 отделения. Цена 79 рублей. Прелесть, по-моему. 15,5 на 8 на 4,5. 3 отделения. Не подлежит сертификации. Это Россия. Санкт-Петербург изготавливает. Вот, можно вешать. Хочется посмотреть. Это что-то хранить такое. Ой, сейчас я открою. Закрывается плотно. Смотрите, какая прелесть. Может быть, в дорогу что-то взять. Либо дома, да, какие-то. Даже можно подгвоздики, под рукоделие. В общем, вы понимаете, да, что вещица эта универсальная. 79. Снова в продаже появились боксы 5-секционные. Вот такой небольшой набор. Хочу показать, что цвет в этот раз бежевый, серый. Помните, до этого привозили различные яркие. В этот раз производитель сделал их такими нейтральными цветами. Все это выдвигается. Мелочи какие-то хранить вообще. Просто вещь универсальная. Все, что угодно можно сюда и даже сверху. Поэтому, если вы искали, цена 116. 249 рублей сетевое зарядное устройство. Написано 5 в одном. Я такое не видела. Здесь, смотрите, вилочка от сети работает. Порт USB 4 штуки. Подключить можно до 5 устройств. Еще вот маленькое в центре. Длина провода 1 метр. От сети работает 249. Кстати, их очень хорошо разбирают. Вот я смотрю, только висит 2 наборчика. Привезли лампы. Это лампы настольные. Они аккумуляторные с кабелем USB. Вот, видите, от USB. То есть можно рядом с ноутбуком включить. Она такая интересная, она круглая. Кто такую купил, пишите, как она вообще светит. Ярко, не ярко. Здесь вот можно посмотреть. Мощность указано, значит, световой поток 260 люменов, время зарядки батарейки до 2 часов, кабель 80 сантиметров, в общем, вся информация есть, и вот если сложить, она будет вот такая, ножки такие противоскользящие. Сразу покажу, что есть белый цвет, сиреневый красивый и черный. Кнопочка вот здесь вот. Смотрите, какая она большая. Наверное, она должна быть яркая. Пишите, пожалуйста, уважаемые зрители. Отзывы очень необходимы. Наверное, вы наверняка такую уже кто-то покупал. Вот, не нужно, сложили. 399. Очень много различных органайзеров. И такие вот непрозрачные. Есть полупрозрачные. Прям тут много-много привезли. Ой, какой красивый, смотрите. Вот так можно все разложить, расставить. Баночки всякие и кисточки. 249 рублей. Прелесть, да? Все это разложить. Крем даже можно. Это я вам показала из прозрачного вот этого полистирола. Есть из черного. Это вот такой кубик, да, такой. 149 рублей высокий. Низкий, с крышкой. Крышка прям, да, получается. Тоже 149. 199 рублей. Вот такой хороший, с крышкой.
Это просто, знаете, как для бумаги. 99 рублей. Тоже они черные, прозрачные. Этот вот с разделителями. 174,50. Этот длинный. Просто. И крышки тут нет. 174,50. Просто такой. Штучка такая без крышки. А это, смотрите, можно какие-то бижутерию, украшения. Очень много тут всяких каких-то отделений. Все это тут. Вот это вообще такой первый раз вижу. Вот. Этот вообще весь в ячейках. Весь в ячейках. Каких только нет, уважаемые зрители. На любое прям вот все, что вы нужно. Все, что вам нужно, я думаю, что можно найти под любые ваши цели. Какой чудесный ободочек, самый обычный. Ткань вот натянута. 69 рублей. А есть еще белый. Точно есть и черный. Коричневый, белый и черный. Самый обычный. Смотрите, какой. В зоне кассы увидела какие-то новые штучки. Это злаковый батончик. 50 грамм. Вот цена 35,50. Я не часто тут прям в кассе захожу. Смотрите, тут всякие зернышки. Это протеиновый батончик, стоит он 35,50, 50 граммов тоже. Это тоже 35,50. Вкусы, видимо, разные, да? А здесь желейка-пластырь продается, стоит он 99 рублей, в упаковке 10 штук, размер 7, 2 на 5. Видите, какой он? Такой еще не привозили. Наклейка на одежду, эфирное масло эвкалипта. Вот такой пластырь, 3 штучки, 149 рублей, свободное дыхание. Что-то такое новенькое, причем он последний. А это сила перца, перцовый. По-моему, такой в светофоре, да, продается. Жгучий, дышащий, эластичный. 5 штук, цена 124. Здесь вот спецпласт. Я такой покупала, мне понравился. Уважаемые зрители, на сегодня это все. Огромное спасибо, что вы заглянули, посмотрели. Оставляйте комментарии, пишите отзывы о товарах. Что покупали, что планируете купить. Приглашаю вас на YouTube-канал, на свой, на Дзен-канал. Яндекс.Зен и на канал Рутуб. На Рутубе можно смотреть по телевизору без рекламы, отлично все показывает. Ссылочки я всегда оставляю. Ну, а вам всего доброго, всего хорошего, будьте здоровы. Увидимся уже скоро. До свидания.